В уютном читальном зале факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры открылась новая книжно-иллюстративная выставка «Экскурсия. Друзья, помощники, учителя и собеседники. Книги, журналы, диски». В фонде более 8 тысяч произведений книжного искусства, журналов. И часть из них мы решили показать для того, чтобы наши будущие модельеры, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы обратили внимание. Вот справочники, это энциклопедии, философская литература, философская публицистика Бранского, книга, уникальные альбомы по иностранному дизайну на японском, финском, шведском, немецком языках, французский дизайн. Интересная, очень своеобразная, конечно, вот небольшая подборка произведений тюменской художественной культуры. И особенно обратите внимание на изобразительное искусство Сибири 17-го, начала 21 века. Это двухтомник, уникальное издание, аналогов в России такого нет. Аркадий Григорьевич Елфимов, это фонд возрождения Тобольска, собрали материалы о художниках, коллекционеров, меценатах, организаторах, искусствоведах и так далее в Сибири почти за 300 лет. Надо сказать, что выставка удивляет, вот мы показываем разнообразие, чтобы вот читатель будущий или студент заинтересовался, полистал эти книги, увидел удивительный мир знаний по искусству, потому что искусство неисчерпаемо, и каждый найдет свое видение, свой образ, свою любовь и свои фантазии творческой. Для творческого человека без книг невозможно сформировать мир их представлений. Все.